Сегодня я и моя молодая команда покажут вам эксперимент. Итак, в связи с тем, что много в нашей жизни мы встречаемся с движениями, с колебаниями, с вращением всевозможными, начнем с эксперимента, который придумал не так давно, в 1787 году, немецкий физик Хладни. Итак, перед вами так называемая пластинка Хладни, которую я сейчас при помощи смычка буду возбуждать. В результате здесь появилась картинка. Я вообще-то надеюсь, хоть кто-то из вас ее видит. Поднимите руки, если кто-то видит картинку. Поднимите. О, так много еще не было, желающих. Прекрасно. Могу вас обрадовать, вы обладаете удивительным чувством, удивительным зрением. Вы, я бы сказал так, рентген. Я нет, я не вижу. Сейчас я подсыпаю поверхность пластинки песочком, и в результате этого я надеюсь, что уже поведет многим, и вы увидите картинку, которая здесь образует. Молодец. Я понимаю, что не всем приятно слышать этот звук, но зато картинка такая, что терпение ваше. Все нормально. Итак, что мы, собственно, здесь наблюдаем? Вы видели, что я в этой части возбудил эту пластинку. В результате колебания распространяются по этой пластинке. Но физики произносят мудрую фразу в этом случае. Вот здесь пластиночка заканчивается, здесь вот. Значит, мы не будем рассматривать все позиции, а рассмотрим одну единицу. Значит, есть желание у нас или нет, будет волна отражаться. Таким образом, волна пошла назад. Естественно, возникает вопрос, где собрался песочек и почему он в некоторых местах отсутствует. Там, где колебания максимальны, естественно, песочек собраться не может. Так же, как в случае, когда мы с вами вытряхиваем половички или что-нибудь, понятно, мы, собственно, их и трясем для того, чтобы избавиться от песка, который там появился. И там, где колебания нулевые, там песочек собрался. Конечно же, я могу эти фигуры Хладни вам показывать до утра, но я думаю, что мы не будем испытывать ваше терпение и продолжим, посмотрим следующий эксперимент. Итак, перед вами жаропрочная, круглодонная стеклянная колба. Она герметично закрыта пробкой, в которую герметично вставлена трубка. Стеклянная. На ваших глазах я хочу сказать только одну фразу, естественную. Ребята, никакие фокусы мы вам не показываем. Это все проявление законов природы, законов физики. Опыты показывают Копперфильд, который тут покрутил, вот она колба. Покрутил, колбы нет. Мы же вам не только показываем, но и постараемся рассказать то, что мы делаем, и то, что здесь происходит с точки зрения физики. Итак, колба внутри сейчас сухая. Еще раз повторяю, что она закрыта пробкой. Я окунаю, трубочкой вниз. Ну, кто далеко сидит, видит, что потихонечку, медленно водичка поднимается вверх. И я вот постараюсь так держать, чтобы видели практически все. Еще раз говорю, приятно будет тем смотреть, кто сидит дальше всех. Вот водичка начинает подниматься уже по горлышке колбы. Вам видно, с какой скоростью она поднимается. Заполнение незначительное. Ну, давайте подождем немножко. Заполнение идет. Я вот так вот сделаю движение, чтобы вы видели, что водичка есть там. Происходит колебание ее. Ну, колебание не происходит за счет того, что я ее колбу немножко трясу. Вот колба, прошу прощения, уже водичка доходит до... Почти заполнила горлышко и подходит уже непосредственно
кара в равной части полы. Вот она уже немножко вверху. Опять, посмотрите, водичка пошла вниз. Ну и заполнение практически закончилось. Я сейчас для того, чтобы, как физики говорят, чтобы статистической частотой эксперимента, нужно сделать ситуацию такую же, как она была и до этого. Я хотел, чтобы вы обратили сейчас внимание на то, что колба внутри естественно мокрая, но здесь водички, в общем-то, нет, практически нет. И я повторяю то же самое с колбой. Я вновь ее нагреваю. Ну, естественно, возникает вопрос. Количество воды, входящей в колбу, будет такое же, меньше или больше? Какие предложения? Не стесняйтесь, говорите, пожалуйста. Все предложения принимаются. Подхватите. Начало заполняться интенсивнее. Прекрасный ответ. Те по 12-бальной системе получают 100 баллов. Водички немножко добавили. А мы, собственно, ничего с вами удивительного не делаем. Ну, еще раз давайте попробуем сделать то же самое. Что такое то же самое? Я вновь ее охлаждаю до температуры воды. Вода здесь сейчас налита, перед этим была крана налита. Мы можем считать примерно комнатной температуры. В аудитории сейчас, как видите, 22 градуса. Давайте еще раз нагреем колбу. Проходите, пожалуйста, проходите. И повторим эксперимент. В связи с тем, что давление в колбе немножко за счет нагревания увеличилось, поэтому пробуркивание происходит туда. Ну и посмотрите, как себя сейчас будет вести водичка, которая достаточно медленно, не торопясь, заполняет колбу. Я могу утверждать, что в третьем случае водичка набралась больше, чем в предыдущих моментах. Ну, давайте вот так я спрошу. Ну, видно, что больше. Ну, давайте еще раз попробуем. Я надеюсь, что это последний раз мы будем набирать. И очень хочется, чтобы вы увидели то, что я, собственно, сам и ожидаю. Ну, мудрые люди, особенно те, которые здесь есть физики, они прекрасно понимают. В этих стенах нам говорили, произносили следующие слова. Эксперимент – вещь удивительная, но из 100 случаев 99 раз не получается. Я это к чему? Я думаю, что у нас как раз 99 раз получится. Из 100. Сейчас уравновесим давление. Подсказывает товарищ. Приятно. Ничего, не все нормально. Это будущий физик, ребята. Он опасно придет. Он придет только к нам на факультет, в наш университет. Заходите, заходите, заходите. Вы видите, есть заполнение. Я сейчас провокацией заниматься не буду. И теперь вы видите, что колба заполнилась относительно быстро и много, в результате чего вы видели фонтан, да? Ну а теперь вот это вот мы назвали так. Смотрите, я ничего не делаю, я ничего не провоцирую. Мы назвали вот это гейзером. Ну, может, кто-то более
удачное придумает словосочетание, ну, происходит только происходит. Что мы, собственно, здесь наблюдали? Изначально проба была сухая, совершенно сухая. Что я сделал? Я ее в этой части прогрел. Водичка, естественно, комнатной температуры вступает по температуре нагретой колбы. Когда вот здесь заполнилось, горлышко заполнилось, и водичка стала заходить вот эти, там, где закругление самоколба, что происходит? Происходит интенсивное испарение. Да? Но вот эта часть колбы все-таки достаточно холодная, верхняя часть. Испаряется водичка, поднимается, естественно, вверх. Температура здесь значительно меньше, чем здесь. Происходит конденсация, а поэтому я сейчас делаю маленькое отступление и произношу следующие слова. Итак, если мы 1 литр воды, температура кипения воды какая, дети мне подскажут? 100 градусов. 100 градусов, 3 градуса. Вот такой маленький нюанс. Для того, чтобы было 100 градусов Цельсия, необходимо, чтобы внешнее давление равнялось 1 атмосфере. Но 1 атмосфера уже 50 метров кубного столба или 10 пятый подход, как сильно. Но очень существенный момент, что я напишу здесь 1 атмосфера. 1 литр воды при полном испарении, подскажите мне, пожалуйста, какой займет объем пар? Вот еще раз повторяю, когда 1 литр превратится в пар. Давайте цифры назовем, любые. 22,4. Объем 24 здесь роли не играет. Ну давайте поставим 22,4. Предложение. Еще. Подсказывай, дорогие товарищи. Раз. Подсказывай еще два. И подсказывай три. То есть при переходе жидкого газообразного состояния объем этой водички, испарившейся, займет объем 1600 раз больше. А теперь давайте, я к чему это? Я это к тому, что когда здесь произошел конденсация, значит, существует обратный процесс. Правильно? Раз где-то увеличилось во столько-то раз, значит, когда будет конденсироваться пар, объем будет уменьшаться. Объем уменьшился, естественно, давление. Значит, мы с вами увидели этот фонтан. Вот этот товарищ стоит, вот сколько людей, он никакой реакции. Понимаете, ни стыда, ни совести. Молчит, вот сколько людей собралось, а он совершенно не реагирует, ни на что. Ну давайте так, приведем его в чувство. Я ему окунул всего-навсего голову в воду. Ну, освежи человека, чтобы он начал думать, как работает. Так. Так, что у него? Все нормально. Этот эксперимент называется «Пьющий утенок». Ну, пусть пьет, если хочет. Это водичка простая. И, опять же, посмотрите, я бы туда не поворачивал, все равно, к сожалению, всем я это показать не могу. Но я, кто дальше сидит, как раз видит, что жидкость, которая находится внутри этого сосуда, начинает подниматься вверх. Этот товарищ сейчас начнет плевать. Посмотрите. Я с ним не договаривался, ничего ему не платил. Но он делает то, что он делает. Я еще раз говорю, это как раз и есть эксперимент физический настоящий, без всякого подвоха. Что делает этот пьющий утенок, курочка, уточка, не имеет значения? Все дело в том, что как этот прибор изначально сделан. Все, что там в него было, внутри атмосферы, ее откачали. Потом ввели легко испаряющую жидкость, а это не что иное, как эфир. И, ну, его подкрасили, чтобы видно всем, когда он поднимается. Таким образом его запаяли, а раз система замкнута, что получается? Значит, там, естественно, на поверхности жидкости есть насыщенные пары. Но вы видели, и опять же без обмана, я окунул только лишь голову, верхнюю часть прибора. Значит, что мы сделали? Смотрите, мы с вами
утра понизили температуру. Температуру понизили. Что происходит? Понижается давление насыщенных паров над жидкостью. Но нижняя эта часть, мы ее не трогали. Значит, там давление постоянное, в том смысле постоянно, что оно равно внешней среде. Там ничего мы не делаем. Но в связи с тем, что здесь давление какое-то определенное, а здесь давление ниже, чем в этой нижней пробе, что получается? Давление насыщенных паров уменьшается, поднимается по этой трубочке эта жидкость, изменяется в связи с тем, что она поднимается вверх, изменяется центр тяжести, игрушка наклоняется и пьет то, что ей налили. Ну, вкусно или нет, это уже вопрос другой. Пойдемте дальше. А назад почему опускаются? Хороший вопрос. Спасибо большое. Да. Прекрасный вопрос. Спасибо. Все дело в том, что обратите внимание на то, что игрушка занимает вот такую позицию. Видите, она, то есть я сейчас покажу на чем-нибудь. На чем-нибудь покажу. Ну давайте вот так. Пусть вот эта голова, вот эта часть, это голова. Игрушка не вниз головы, она под углом, обратите внимание. Под углом. Когда? Вы согласитесь со мной, что с этого резервуара, хоть вес что-то поднимается, в резервуаре остается все меньше и меньше. И наступает такой момент, когда трубочка открывается. А в связи с тем, что еще раз говорю, игрушка находится под неким углом в горизонте, в нижний резервуар с трубочки все стекает. Понятен ответ? Прекрасно. Теперь вот есть интересная игра, в которую мы играем много лет и с разными людьми, независимо от возраста. Ну давайте сыграем и сейчас. Итак, я объясняю, что у меня есть, а вы опять помогите мне, пожалуйста, с этим экспериментом. Я произношу обычные слова. Итак, дорогие коллеги, присутствующие, есть катушка, вот есть нитка. Я за эту нитку тяну вправо от тебя, влево от вас. Я понимаю, что мы не в Верховном Совете, но я прошу проголосовать сейчас вот еще. Катушка покатится в эту сторону. Катушка покатится в эту ли сторону, к вам или ко мне. Если кто-то говорит, что вот сюда, поднимите, пожалуйста, руку. Ой, прекрасно, сосчитать невозможно. Если сюда, поднимите тоже руку. Меньшинство. Меньшинство. Правильно, Александр Александрович? Меньшинство. Сейчас, секундочку, не торопитесь. Пойдите, ребята. Повторяю вопрос. Я эту катушку, за эту нитку тяну в эту точку. Проголосуем опять. Куда покатится катушка? Вам, ко мне, сюда или сюда. Так, если говорят, что сюда, давайте. Кто говорит сюда? Подавляющее большинство. Молодцы, ребята. Мы же не можем с вами играть до утра. Я еще раз повторяю вопрос. Я эту катушку, за эту нитку тяну в эту сторону. Куда покатится катушка? Кто говорит, что сюда? Большинство, молодцы, ребята. Вы прекрасно понимаете, что мы просто с вами сыграли. Если большинство сказало туда, я бы захотел бы только туда. Если большинство говорит туда, я захочу сюда. Значит, все зависит от угла воздействия и так далее, и так далее. Вы понимаете, если вот так у бабушки закатилась или у дедушки закатилась катушка, да, ее нельзя вот так тянуть. А вы же хотите вот так, она будет еще дальше куда-то ходить. Надо тянуть только так, параллельно, земле, полу и так далее, и так далее. А теперь мне нужен обязательно ассистент, который обладает, будьте добры, он обладает, я это почувствовал. Сейчас мы попросим Богдана
прическа мне ваша не очень нравится. Итак, да простят меня коллеги и не коллеги. Итак, Богдан, мы сейчас с вами сыграем, а потом ты ко мне подойдешь, хорошо? Итак, Богдан, я прошу вас, вот колечко, я прошу вас держать вот такое. Хочешь? Нет, если вас убьет, меня посадят, я не успею это рассказать. А я не жду, ребята, меня семья есть, я жду дома. Сказали, папа, ты уже едешь, я еще нет. Итак, и маленький анекдот. Профессор спрашивает у студента, как работает трансформатор. Студент отвечает, ну, как бы это ни смешно звучало, сейчас послушайте вы, пожалуйста. Так, тишина, пожалуйста. Нет. Если тишины не будет, вы же не услышите самое главное. Профессор прав или не прав. Итак, слушайте. Слышите, гудит? Все честно. Теперь я Богдана прошу. Богдан, держите, пожалуйста, двумя руками. Одно не удержите. Но обращаюсь к Богдану через всех. Если у вас начнут гореть волоса, куфли или шикарный костюм, я прошу вас бросать костюм, хорошо? Чтобы не было потом ко мне претензий. Ну, может, колечко как-то расплавить. Нет, я не хочу, чтобы поправить. Договорились? Если вам не уютно, вы бросаете. Скажите, да или нет? Молчит. Ребята, он же на меня потом может в суд подать. А зачем мне это? Я не буду показывать, пока он скажет. Ну как я такого мужчину? Так, ну хорошо. Уважаемые присутствующие, у меня такое ощущение, что вы хотя бы до 5 считок можете. И как только забудет заработать трансформатор, я прошу вас, слух, пожалуйста, посчитайте. До скольки Богдан проделал? Договорились? Итак, поехали. А теперь сам Богдан скажет что-то. Сейчас обязательно. Так, колечко. Ну, Богдан, колечко. Ну, я же говорил, братан, ну, вот ожог получил. Девочка, иди сюда. Как зовут? Ой, поприветствовали Машу. Ниже. Так, ну до скольки Маша продержится? Итак, я дам отмашку, вы считаете, хорошо? Маша, не спрыгивай без команды. Итак, поехали. Считаю. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, спасибо. Все дело в том, что Богдану я дал кольцо, которое называется, физики называют замкнутое, а Машеньке дал, естественно, не замкнутое. Значит, поэтому замкнутому кольцу, коль мы ее внесли в магнитное поле, есть желание у нас или нет, будет возникать магнитное поле. И если есть магнитное поле, и мы туда вносим проводник, то обязательно что здесь будет возникать? Индукционный ток. Но Богдан еще подтвердил третье правило. Когда по проводнику течет электрический ток, а этот проводник не является сверхпроводником, выделяется джоуля тепло. Ну просто тепло. Богдан, правильно? Ну за терпение, поприветствую. Лампочка, много-много витков здесь, сколько, это несущественно, но лампочка завязана последовательно на эти витки, и сейчас вы немножко, я прошу, чтобы вы тихо посидели, зачем вы колите? Трансформатор работает, а лампочка не хочет догореть, а здесь горит,
Она едет на него, она горит. Вот, значит, что здесь? Мы только подтвердили то, что сказали. Мы внесли замкнутый проводник в сферу магнитного поля. В результате этого здесь появился индукционный ток. Не так. Не так давно. Жил великий Галилей, который родился в 1564 году и не стало его в 1652 году. Но все дело в том, что он произнес потрясающую фразу, которую проверяют до сих пор нормальные люди и ненормальные тоже. Итак, он сказал, что все тела на землю падают. Ну я же сказал бросать, ну что же вы теперь бинтуете? Ну я понимаю, что мужик настоящий попался. Ну, я. Итак, смотрите, листочек бумаги, А4. Я хочу его сложить пополам. Братан меня расстроил, первый человек, который меня расстроил. Я эксперименты недавно показываю, ребята, тысячу какого? Я показываю с 1976 года, но с 1804 года меня еще сбоев не было. А самое главное, не будет. Итак, я разорвал примерно на две одинаковые половины. И, естественно, вам задаю вопрос. Я сейчас на уровне и постараюсь их бросить одновременно. Что вы, собственно, полагаете увидеть? Они упадут одновременно. Проверяем один в один. Теперь товарищ, который мне не понравился, его скомканный быстрее. Прекрасно. Смотрите. Скомканный падает. Так, теперь понятно, уже дети сказали, что вот этот упадет позже. Раньше, да. Смотрите, все правильно. Аплодировали за прекрасное. А теперь вернемся к нашему великому Галилею. Мы знаем, что в каком-то году, неважно каком, он взял пушечное ядро, оно достаточно прилично тяжелое, и взял мушкетную пулю. У них единственное сходство, что то и то шар. Но понятно, что мушкетная пуля, она мало весит, а пушечное ядро, понятно, что весит больше. Возникает вопрос, как вы помните 1604 год, когда он показывал? И я не помню. Но все дело в том, как он расположил пулю и ядро, чтобы люди, которые внизу были, увидели, что они упали одновременно. Ну, давайте так. Вот на мушкетную пулю разместили ядро, да? Мы уже третий вариант берем. Кто упадет? Что упадет первое? Так, дети? Смотрите, все честно. Значит, оставалось что ему сделать? На ядро расположить пулю, и все. Все честно. Я не хочу, у нас есть эксперимент, называется «Труба Галилея», мне его бессмысленно показывать, потому что большая часть, к сожалению, не видит. Вот поэтому мы промоделировали то, что мы моделировали. Итак, перед вами так называемый параметрический маятник. Вот он, красавец, у нас здесь такой. И маленький вопрос. Я просто кому-нибудь напомню, а кому-то, может быть, просто скажу некоторые момент. Так, перед нами параметрический математический маятник. Что такое вообще маятник? Математический. Можно я скажу? Итак, маятник состоит из массы, груза и с какого-то подвеса. В данном случае нит. Но существенно то, что нит не имеет права быть растяжимым. Почему? Если мы напишем формулу маятника,
Но мы сразу поймем, что действительно. Вперед колебания математического маятника раз, два, три, корень с L на G. Так? Ну, как физики математики вижу, то период прямо пропорционально не подвесен. Смотрите, если это будет меняться, как мы можем тут посчитать? Правильно? Все время период будет колебаться. Поэтому, чтобы можно было четко посчитать, период колебания маятника нить должна быть нерастяжимой. Но еще нюансы есть, что размер, диаметр этого маятника, прошу прощения, массы, должен уступать значительно длине нити. А сама нить должна быть значительно легче массы маятника. Все, все пирожки готовы. Теперь мы произносим слово параметрический. Что из этого следует? Значит, от какого-то параметра, я тут слово скажу, я его скрывал долго, но давайте я не буду писать, скажу. Резонанс. Мы должны с вами наблюдать резонанс. Вот мы произносим слово резонанс, а это какая-то есть специфическая штучечка. Я спрашиваю у молодого населения особенно, если вот это очень красиво синусоида, вы меня понимаете, если мы можем судить по этой синусоиде, по синусоиде неважно, по этой кривулечке изображен ли здесь резонанс. Кто видит резонанс, поднимите руку. Ну хитрые какие. О, молодец. Вот мужик попался. И там, молодцы. Ребята, но все дело в том, что резонанс происходит лишь тогда, когда вот нас здесь несколько сот человек. У каждого есть сердце. Прекрасное сердце. И, то есть я хочу сказать, что каждый из нас имеет свой собственный пульс. Если бы вот здесь все люди, живущие на земном шаре, собрались бы у нас здесь, а у нас было бы здесь табло, которое все видели, мы бы не нашли двух одинаковых пульсов. Ну, я имею в виду по цифрам. Но если там не строго только четкие, ну там 80, 79, 81, а до какого-то знака, мы не можем найти двух одинаковых людей, если один в эту секунду, когда мы говорим, родился в Харькове, а другой родился где-то в Алжире, мы же должны прекрасно отдавать себе отчет. Условия разные, значит результат чуть разный. Правильно ли? Да. Правильно ли? Да. Спасибо. Так. И резонанс. Раз мы о резонансе говорим, это есть собственная частота нашего сердца. И если на этот пульс действует какой-то частотой, которая примерно равна, то получается при сложении вот этих вот частот, а это называется частота вынуждающей силы, то мы с вами должны наблюдать, ну, значит, куда-то там полетело высоко-высоко, ну, я туда не достану. То есть всплеск должен быть, амплитуда должна возрастать. Если на этом маятнике у меня сейчас выполнены условия, то мы с вами должны наблюдать, что когда заработает этот маятник, математический параметрический маятник, должна амплитуда возрастать. Опять я еще раз говорю, что я ничего не делаю. Тут все работает система самостоятельно. Смотрите, амплитуда возрастает. Если мы вовремя не выключим этот механизм, то понятно, что он должен рассыпаться. Я сейчас нарушаю условия резонанса. Вот. Ну, надеюсь, что я их нарушу. И проверим опять. Если резонанса не будет, значит колебания будут происходить только вертикально, а тогда появилась и горизонтальная составляющая. И все было нормально. Ну, давайте посмотрим. Смотрим. Что делается? Это автосистема, поэтому амплитудка какая-то появляется, но автосистема ее все равно гасит. И здесь я произношу следующие слова. Ребята, придете вы на старости лет, придут ваши внуки, придут правнуки ваших правнуков, воздействие резонанса мы наблюдать не будем, потому что нарушены условия. Если условия нарушены, то, естественно, ничего не должно происходить. Если я сейчас автоматически попаду на эти условия, то мы резонанс будем наблюдать. Вот мы видим, что амплитуда немножечко возрастает и так далее, так далее. Но если я не выключу, то шарик передаст привет против девочкам, чего бы я не хотел. Так, теперь. А вы какой будет жарик? Это что? А? Какой будет жарик? Это что? Что?
дети 8 метров примерно. А что ты так сел? Смотрите, сколько метров. Так, теперь посмотрите внимательно туда. Здесь три монеты. Они на листочке, который я снял, чтобы увеличить жесткость. И вот этот второй листочек выполняет единственную функцию. Здесь стол немножко по-другому, чтобы эти монеты не скатывались туда. Я же боюсь теперь, а вдруг я тебя ударю? Если я резко выдержу этот листочек, что вы предполагаете увидеть? Они не скатятся. Они не скатятся. Монетки расположил любым образом и, к примеру, вот воздействовал таким вот образом, скорость движения вот этой бумажки была бы незначительна, они бы как на ней отдыхали, так бы и отдыхали. Но в связи с тем, а теперь слушайте внимательно, что я скажу, в связи с тем, что время действия силы устремляется к нулю, время действия, значит, оно короткое очень. Значит, монетки не успели проснуться, выскочили под нее, не выскочили, а выскочила под нее бумажка, и монетки отдали вес движения. Теперь, смысл здесь будет заключаться в следующем, в отделе. Внизу стоит лампа накаливания, которая, естественно, вот этот сосуд нагревает. В сосуде, в связи с тем, что это коммерческая тайна там, они говорят, что есть жидкость, и вот то там жидкообразное, которое близко по плотности вот той жидкости. Вот так написано. Ну, не важно, что там находится, важно с точки зрения физики, что происходит. Я всегда задаю вопрос, ребята, почему в этой аудитории, в которой учились потрясающие ученые, которые стали академиками, которые на мировом уровне потрясающие выступали и потрясающие вещи делали. Мало того, здесь работал Ландау, который являлся лауреатом Нобелевской премии. Я задаю вопрос, неужели в университете группы люди, что взяли и поставили вверху батарею? Если мы с вами вверху поставим батарею дома, то я думаю, зимой нам будет внизу грустно. Но я еще не видел человека, который спал на потолке. Вы видели? Нет. И я не видел. Так почему же? Я студентов спрашиваю, учеников спрашиваю. И ко мне ходят учащиеся в школу. И ходят те, которые еще не хотят в школу ходить. Почему же там батареи стоят? Кто ответит мне? Сам взрослый желатель. Все, ребята, о том, что вы нижние батареи не видите, они стоят. Они здесь стоят, и вы здесь сидите возле батареи, там сидят возле батареи. Но сейчас вы поймете, к чему я это все. Я не хотел над вами поиздеваться, а просто, ну, немножко разрядиться. Да, прикольно, молодец. Что получается? Когда на поверхности батареи сидит шарик, отдыхает он сейчас, да? Ну, рано или поздно включат нам батареи. Что делается с этим воздушным пузырьком, который сидит на батарее? Ответ, сейчас, секундочку. Я предвосхищаю ответ, я говорю, он становится легче, поднимается вверх. Потому что нагреться. Я говорю, ребята, нагрейте меня на костре и посмотрите, как я поднимусь. У меня что-то не получается, а в шарика получается. Попробовали. Ну давайте попробуем. Если вы смотрите. А подождите, а кто дочитает лекцию? Давайте уже, если, ребята, я готов, мы же экспериментаторы, но если хотите, я сначала дочитаю. Можно я дочитаю? Так, что здесь получается? Получается, что он увеличится в объеме. Но давайте будем рассматривать один для простоты, как всегда говорят профессиональные физики, для простоты будем рассматривать один шарик воздушный, который мы накрасили, да? И мы выделяем его среди всех. Что происходит? Воздух туда заходит.
несмотря на то, что туда проходит и увеличивается его объем, но плотность немножко падает, потому что объем увеличивается значительно быстрее, чем попадает туда частички воздуха. Значит, плотность настолько уменьшается. А что, собственно, действует на этот шарик? Если он сидит, значит, сила действует, которая притягивает Земля его и давит его к батарее. А что напротив работает? Сила реакции опоры. Да? И как только он немножечко оторвался, в какой момент он может оторваться? Он отрывается в тот момент, когда внутреннее давление его, оно внешнее, он начинает подниматься. Вы знаете, дедушка Архимед просыпается. И он шарик все быстрее и быстрее поднимается вверх. Он пришел к потолку, а вот у нас потолок. А физики еще произносят потрясающую фразу. Градиент температуры. Что такое градиент? Это направление, в котором функция возрастает. В данном случае температура. Понятно. Раз здесь печка стоит, значит здесь более тепло, чем здесь. Он поднимается сюда, что с ним делать? Объем его уменьшается, плотность увеличивается, и он приседает. Я не буду вам здесь выписывать за неимением времени. Убираем это. Товарищ он прекрасно отработал. Ну и так далее. Это работает достаточно долго. А теперь, спасибо, Николай. А теперь есть такой товарищ, который называется хаотический маятник. Вот он. И возникает вопрос. А где здесь кап? Двойной хаотический маятник. Где же хаос здесь? А хаос здесь очень простой. И вот, смотрите, если мы будем речь вести только об этой части маятника, то понятно, что в любое время мы будем знать координаты этого маятника. Вопросов нет. Ну вот есть вторая часть маятника, она у нас, смотрите, непростая. Здесь вилочка, где находится вот такое сооружение. И вот в этом сооружении как раз прячется хаос. Что такое хаос? Беспорядок, который мы можем прогнозировать? Конечно же нет, мы его не можем создать. Если, не дай бог, здесь что-нибудь там кашлянет не так, как нам хотелось. И сколько бы ситуаций не было, согласитесь со мной, что каждый раз человек может туда подбежать. И его невозможно изучить хаос, потому что его нельзя с точки зрения науки создать. Что здесь, собственно, происходит? Вот здесь есть магнит. Я показываю, что это магнит. Но я не буду разбирать маятник, с вашего позволения. Там есть электромагнит. А теперь Богдан помнит эксперимент, где кольцо вылетало. Почему кольцо вылетало, если есть магнитное поле? Значит, магнитное поле, которое существовало в электромагните, а вы видели трансформатор Томпсона, и магнитное поле, которое образовалось в кольце, имеет совершенно одинаковое поле. Поэтому они оттолкнулись, и колечко отлетело. Здесь примерно то же самое. Что здесь происходит? Вот этот магнит, там есть электронная схема. Магнитик подходит к определенной точке, включает электромагнит. И когда уже он начинает проходить, а поле там возникает такое же, как и в этом магните, а вы же прекрасно понимаете, что эта часть неизменная, то есть с одним полюсом, один и тот же полюс. Нас не интересует сейчас какой, суть не в этом. Отталкивает. Ушел маятник настолько далеко с магнитом, что поле выключилось. Электронная схема перестала работать, оно отошло далеко. Магнитное поле работает, но оно настолько незначительно, что естественно, оно не может что-то соорудить. Возвращается назад, происходит тот же самый процесс. Опять направление полей одинаково, отталкивает и так далее, так далее. Итак, я хочу, чтобы вы посмотрели на очень простой гироскоп. И посмотрите, что он вытворяет.
далеко сидит, видит только, что он вращается вот так вот. Кто сидит ближе, видит, что еще играет тоже. Вот это вот называется прецессия, вот это движение вокруг этой нити. Вот это движение. А вот эта вибрация оси называется ну так. Ну, еще раз, это не неверие, мы не будем. Как называется? Гироскоп. Это гироскоп. Так, а теперь давайте я вам покажу пляску гироскоп. Ну вы там заслуживаете, потрясающий сегодня народ у нас собрал. Потрясающий. Пока не трогай. Воздействовать на него вот таким вот образом. И видите, от гироскопа невозможно предугадать, какое у нас состояние, положение займет пространство. Но! Я делаю то же самое. Смотрите, от гироскопа не меняет положение. Смотрите. Вот я могу бить и вдеваться, но я этого делать не буду. Потому что гироскоп это недавно живет. У нас 1803 года Василий Назарович Карадин за 2 года до открытия университета собрал все у нас 5000 золотых рублей, не бумаг. Привез в Германии, Франции и Англии из Санкт-Петербурга приборы, которые вы вот будете проходить, и видите, часть прибора стоит до сих пор в шкафу. Мало того, никого не хочу расстраивать, но скажу, практически все приборы мы восстановили. Часть приборов погибла, к сожалению, когда шли боевые действия во время Великой Отечественной войны. Народ, который спрятал эти приборы, приходил туда, а были ямы и так далее, и так далее. Ну, теперь с этим мы сейчас... Да-да, все. Спасибо. Вы сегодня нас... Я сокращаю программу, потому что я еще говорю, что мы готовы с вами сотрудничать. Так. Давайте так, я могу нескромный вопрос вам задать. Остается 5 минут, программа у нас значительно больше. Что будем делать? Предлагайте, скажем, по шестому сигналу в 20 часов закончим. Будет потерпите немножко, я могу, собственно, кондиционеры включить, как скажете. Или будем продолжать? Да. И что будете терпеть? Да. До 22? Да. Ну тогда терпите. Итак, пойдите, пожалуйста. Я беру этот шарик, очень красивый шарик, и кладу вот на поверхность стола. Ну, могу сюда положить. Могу поднять. Если я его отпускаю, как вы считаете, относительно... Хватит! А? Разобьется шарик? Нет! А что? Он хватит! Прекрасно! Значит, я хочу сказать, чем выше я подниму шарик с какой-то поверхности, иду, допустим, с поверхности стола, тем сильнее он ударит. Вы все с этим согласны, правильно? Значит, мудрые люди говорят, физики говорят, что это не что иное, как потенциальная энергия. Значит, чем выше шарик будет подниматься, чем больше высота, тем больше его потенциальная энергия. Но мудрые люди говорят, что существует еще какая-то энергия, которую назвали всего-навсего кинетическая энергия. И говорят, что кинетическая энергия – это энергия опять высоты.
скорости. Физика мне подсказывает. Скорости. Конечно же, квадратом 2. Итак, посмотрите. Я запишу вот так. Что полная энергия равна. А я напишу вот так. Полная потенциальная энергия. Нет физическая. Ну еще ж люди пишут вот так, нет. Смотрите. Говорят, что если вот это сложить, то это должно быть константа. Ну давайте вот так для приличия рассмотрим вот такое. Я думаю, что я не ошибся. Если потенциальная энергия уменьшается, допустим, на какую-то единицу, а здесь должно число быть постоянное, значит, это должно возрасти на эту единицу, правильно? Да. Если здесь уменьшилось на 5, значит, вот эта единичка, к единичке еще пятерочка должна прибавиться. И мы будем считать постоянно. Ну, для тех, кто спит, напишу, это mv, а это mv. Квадратом 2. Попало. Поехали дальше. Теперь посмотрите, пожалуйста, я вот сюда поставил шарик. И сейчас представим, а физика прекрасная наука еще и тем, что мы можем абстрагироваться от любого момента, который в данной ситуации никакой роли не играет. Итак, я говорю, представим себе, что шарик начинает спускаться вниз. Что делает? Смотрите, я вот веду, вот потенциально, вот шарик спускается. Шарик скорость набирает. И опять, немножко вот эта высота больше, здесь меньше. Будем считать, что они одинаковые. Шарик приходит сюда. И мы опять фиксируем эту ситуацию. Значит, в этой точке скорость шарика самая большая. Значит, в этой точке кинетическая энергия шарика максимальная. А что с высотой? Высота равна нулю. А сколько вы умножите равно нулю, значит, произведение равно нулю. Все. А теперь... Как только шарик хоть немножечко, хоть на йодочку, хоть на микрончик поднялся вверх, естественно, что кинетическая энергия уменьшается, потому что уменьшается скорость. Но начинает возрастать товарищ, который здесь бегал, да? Потенциальная энергия. Ну и чем выше он поднимается, тем больше у него потенциальная, а кинетическая энергия уменьшается. Ну, в общем, это называется эксперимент «мертвая петля». Ну, коль мы уже сюда коснулись этого вопроса, давайте посмотрим следующее. Вот здесь есть очень интересные две ситуации. Я шарик вот сюда отвел и отпущу. Куда он будет катиться? Конечно же, в обратно. Почему? Потому что сила земного притяжения вытащит обратно. Что здесь? То же самое. А теперь смотрите, если мне, не дай бог, удастся его вот здесь установить, ну, повезло. Ну, вы знаете, кому везет, да? Теперь смотрите, если его сюда пойдет, он вернется в эту точку? Никогда. Если сюда, начнем продемонстрировать что? Устойчивое состояние, устойчивое положение тела, а здесь неустойчивое. Все прекрасно. Но тем не менее вернемся к нашим баранам и вспомним, по какой причине формулируют эти задачи. Задача обычно такая. С какой высоты должен спуститься шарик, мотоциклист, велосипедист, конькобежец, все что угодно, чтобы он прошел вот эту точку и, не дай бог, не упал. Ну, давайте с вами сейчас экспериментально посмотрим. Итак, вы прекрасно понимаете, что вот это расстояние между моими пальцами – это диаметр. Да? Да. Вот это что? Это радиус. Вот эта точка чему соответствует? Вот есть точка. Вот есть точка, вот есть точка, вот есть точка. Вот. Чему вот это равно? Оно равно вот этому? Да. Радиусу. Значит, давайте так. С какой высоты я сейчас спускаю? Так, смотрим, как будет вести себя шарик. Теперь я запускаю с высоты диаметра, да? Смотрим. А один диаметр это что? Это два радиуса. Теперь мы отсюда мы ехали. Едем отсюда. Что здесь получается? Ну, это уже будет. Три радиуса. Как это будет? Были? Ну поехали выше, ради бога, мне все равно. Аплодисменты будут потом. И вот здесь сколько у нас? Пять. Чего ради? Смотрите. Раз, два, три, четыре. Вот, вот точка. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, пожалуйста. А где аплодисменты? Теперь немножко гироскоп, я обогнал ситуацию,
и забыл показать вот эти прекрасные предметы, которые были у нас у каждого детства. Посмотрите, это просто называется юла. Разные конфигурации и так далее, и так далее. Ну, посмотрите, вот еще товарищ очень интересный есть, посмотрите. Смотрите, какие красавцы. Как они себя ведут. Это уже усеченные. Посмотрите. Что здесь получается? Посмотрите, шаровина здесь срезанная. Но в связи с тем, что есть соответствующая угловая скорость и трение, получается так, что центр тяжести смещен. Поэтому шарик перерасчивается. Так, а теперь люди дорогие, кому надо идти, идите, мы не обидимся, потому что мы понимаем. Все понимать. Разные ситуации бывают сейчас. Увеличивается в объеме 845 раз. Вот.
цвет? Я сейчас охлаждаю эту пробирку. Ну не важно, что здесь находится, важно то, что цвет поменяется или оранжевый. Да, на красный. На красный. Ну, видите, люди, все они правы. Молодцы, все правы. Так. Теперь сыграем, я хочу опять вернуться ко всем и спросить, сможете ли, я уже забыл, до скольки вы считаете. Поэтому, делаю то, что делаю. Делаю то, что делаю. Так, поплатите, пожалуйста. Это вот у меня палец. Это меня магнит. Я вставляю. Итак. Итак, у меня две одинаковые трубки с точки зрения механических размеров. Две одинаковые. Ну, одна из них алюминия, другая медная. Итак, я надеюсь, что вы можете считать до трех. Можете? Да. Давайте проверим. Итак, считаем все вместе. Мне вы договорились до трех? Ну, давайте до трех. Посчитали до того. Это медная трубка, шарик тот же самый. Ну, примерно столько. Но маленький вопрос. Как себя в этой ситуации, потом на ситуации поведет магнит? Давайте посмотрим, как себя будет вести магнит. Если мы здесь считали. Она будет уже быстро. Взрослые же не все слышат. Вы кричите и кричите. Я не могу вас перекрикивать. Я бы не хотел вас перекрикивать. Вы молодцы, вы хорошо отвечаете. Я искренне рад. Немножко тише. Хорошо? Потерпите немножко. О, Боже мой, 20 минут осталось. Все, поехали. Итак, я отпускаю магнит. Считаем. Я прошу вас, посчитайте вслух. Ну, что вы молчите? Пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Так. А здесь так же, быстрее или медленнее? Значит, что мы будем считать? Здесь сколько было? А здесь сколько будет? 10. Ну, поехали. 3. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 2, 8. А? Не понял. 28. Так, теперь я делаю то, что я
как придавим свет. Даже здесь. Следующий эксперимент, жизнь, которая будет сейчас открыта. Так, здесь надо поставить так, чтобы все увидели, чтобы никому не перекрывать. Поэтому надо четыре. Так, итак, посмотрите. Здесь у меня аккумуляторная батарея. Лампочка, которая связана с... сопротивлением. Там просто намотана катушка, длина которой достаточно приличная. И смотрите, пожалуйста, Саша придавит свет сейчас. Посмотрите, как ярко горит лампочка. Видно или нет? Теперь посмотрите, как она себя будет вести, лампочка. Если я сопротивление окунаю в жидкий азот. Температура понижается. Проводимость увеличится, вот, пожалуйста, сопротивление уменьшается, вот вам ответ, почему здесь в разных, ну, это мы показывали с вами вихревые токи-токи пупок, но там я, конечно, специально говорю, пошел на обман, чтобы проверить вашу деятельность. Вы разгадали прекрасно все, я поставил вот эти щипцы, за которые внутри трубки зацепился магнит, и мы, дети, досчитали до 30, ну, мы уже знаем, что они до 30 считать могут. Так, отключай, пожалуйста. Ну и так далее. Если мы оставим мимо вне азота вот эту систему, понятно, что она сопротивление будет нагреваться, и таким образом яркость лампочки будет уменьшаться. Щелчки издает, когда выравнивает. Это называемые марксистские щелчки. Мы детворе это рассказывать не будем, и времени у нас уже мало на это остается. Вот посмотрите, он выравнивает. Кстати, где это применяется? Применяется в медицине. Выравнивает кости, выравнивает позвонки. А впервые это было в космонавтике использовано, когда надо было, ну, думали, как раскрывать солнечные батареи. Поэтому мы уже знаем, вам там знает, если через проводник пропустить ток, то там выделяется тепло. И таким образом, когда там батареи, кстати, батареи складывались, как шпаргалки. Говорят, что это придумал двоечник, чтобы положить, чтобы место мало занимало. Вот, ну я думаю, вряд ли он был двоечник, тот человек, который это придумал. Вот все, круточек, вот щелчки, еще будет один щелчочек и все закончится. Ну вот опять, посмотрите. Приобрел соответствующую купонку. Так, теперь. Ну давайте сделаем вот так. Эта бутылка заполнена водой. Сейчас я. Вот. И я сделаю то, что я сейчас делаю. Там идем, вот здесь, вроде бы,
далее здесь следующее. Я вам показал, что количество, что не заполнена бутылка полностью водой. Я все по бутылке. Бутылочка уходит вниз. За счет, в связи с тем, что трение между бутылкой и водой маленькое, водичка остается на месте, а бутылочка пошла вниз. Что получилось внизу? Внизу получилось разрежение. Правильно? А теперь давайте вспомним ситуацию бытовую, когда ни с того ни с сего активно заполняет тепловая система. Ну там вместо того, чтобы там немножко кран открутить, Ванечка вчера немножко не так себя вел возле ресторана, кран открыл, там водичка бухнула, и все, и трубы разорвали. Здесь, собственно, такая же ситуация. Вы наблюдаете гидродинамический удар. Так, поедем дальше. Гирька едет. Резинка едет. Резиновая трубочка. Я охлаждаю резиновую трубочку. Вот таким образом. Посмотрите, фонтанчик можно даже наблюдать, чтобы поближе сидит видно. Резиночка охладилась. Мы ее вот так. И получили хороший крючок. Ну понятно, что когда резина прогреется, приобретет температуру внешней среды, она вернет свои порачивания. Ребята, не подходите без разрешения. Давайте еще попробуем. Я вот туда отойду. Кстати, вот там книжечки лежат бесплатно, если кто-то захочет. Но это специальная литература. Еще раз повторяю, бесплатно. Написали любую фамилию, расписались, книжечку забрали. Так, если кому-то не хватит, переживайте, там еще есть. Я хочу еще показать эксперимент, еще два эксперимента после этого, и мы будем заканчивать. Я хочу, чтобы вы увидели, что внутри банки. Внутри банки ничего, конечно же, нет. Так, я закрываю ее. Охлаждаю. Так, кстати, если будет желающий полить на руку, я это делаю без разговора. Самое главное, бесплатно. Только настреляли с этих панов, но она тоже пустая. Тут, к сожалению, я вижу, что баночки у нас хорошей нет. Мы еще раз попытаемся. Нет, вообще-то я бабах маму хорошее делать, если вы разрешите. Ну тогда. Вот молодежь должна подняться туда повыше. Потому что я не хочу. Давайте еще. Вот это бабах по отношению к тому, что я предлагаю, это просто чиночка. Это беззвучное что-то. Но там надо потерпеть 5 минут. А что? А?
Да. Я его опускаю в трубку динамометра, дилатометра. Это кварцевая трубочка, вот тоже кварцевая, подхватите, она специфическая такая, вроде бы подерганная, да, вроде бы там какие-то меточки, резиночки. И сейчас я попрошу Богдана, чтобы он образец спрятал в свои крепкие, теплые руки. Ну, слава Богу, я затрачу ничего. Нет, надо закрыть его, да. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, куда будет вращаться стрелка. Ну, то, кто далеко сидит, извините, ребята, мы ничего не можем сделать. Держите посередине подальше, чтобы они видели. Так, а я тоже посмотрю. Видно, что, прошу прощения за тавтологию, стрелка идет по часовой стрелке. Всем видно. Так, что делает Богдан сейчас? Охлаждает. Конечно, добрее. Все, поаплодировали прекрасно. Люди, никаких мы вам фокусов не показываем. Еще раз повторяю, законы природы, законы физики мы вам показываем. Я просто меняю образец. И ставлю вот это. Это металлический образец. И коль я это все окуну в ванну жидким азотом, значит, что будет, какой процесс будет происходить? Процесс на охлаждение. Все время процесс охлаждения. Я сейчас посередине где-то вот так. И вы сейчас потерпите несколько минут для того, чтобы сейчас эти Богдан, ну руки вот горячие, как печка. Так, сейчас потерпите, я налью азота. Прощения за эти слова, не убирали в глазах прибора. Смотрите, идет против, стрелочка идет против часовой стрелки. Все честно, добросовестно, истинно и так далее. Не убирайте глаза, потому что вы можете пропустить что-то серьезное. Смотрите, все время на стрелочку. Я понимаю и прошу прощения, что не все могут видеть. Камеру мы не стали ставить, потому что это долго. Смотрите все время, скорость стрелочки, как она изменяется, увеличивается, уменьшается. Посмотрите, пожалуйста. Саша, пойди подумайте. Нашу дверь внешнюю. Мы это внешнюю часть никто не зашел, мы сейчас поговорим. Смотрите внимательно, смотрите, стрелочки, скорость стрелочки падает. Еще раз повторяю, идет процесс охлаждения. Стрелочка все время идет в направлении. Так, смотрим внимательно. Что делает? Стрелочка, тенденция вниз пошла. Смотрите. Сейчас посмотрим. Смотрите, что делает. Но идет же процесс охлаждения, не нагревания. Стрелочка пошла как при нагревании. Видите? Ну, могу сказать, если бы вы с вами до утра посмотрели, вы бы увидели таких 10 тысяч тех процессов. Один туда, другой туда. Да. Ну, теперь я хочу спросить по поводу бабах. Я предупреждаю, бабах я готов организовать, но 5 минут никто не должен подходить к дверям. Там мы закроем оттуда, чтобы никто не шел. Я кого-то видел, и кто-то запивал пол-литровой бутылки воды. Где эта бутылочка? Подарите мне такую. Подарите, добейте, чтобы там ничего не было. Так, я прошу вас, пожалуйста, поднимите. Я прошу извините. Дальше лучше. Лучше дальше. Так, закрыто? Если закрой там, лучше заранее. Так, все, принесите.
буду делать, кроме того, что в эту бутылочку, как подарит этой прекрасной женщине, налью азот. Всего нам. Да, давайте на всякий случай. А то вдруг у меня руки грязные. Так, дети, чьи дети? Чьи вот это дети? Да, ни в коем случае, чтобы они не сдвинулись с места никуда. Не дай бог. Так. Так, сейчас я наливаю туда. Я прошу соблюдать тишину, я сейчас вам скажу почему. Мы будем... Мы будем слышать пощелкивание, потом она будет чик-чик-чик-чик быстренько. Но чем быстрее она начнет щелкать, тем уже ближе мы к этому бабу. Ну а в связи с тем, что я не написал эту цифру, я ее напишу. Если я там миллилитров 20-30 налил, ну, ответ вы посчитайте сами. Да, потерпите, пожалуйста. Потом у меня еще остался азот. Если есть желающие, я налью на все тут там бесплатно налью. Вода, нет. Все, ребята, все сидят, пока не попал. Не в том случае, все сидят. Так, тише, пожалуйста, будьте дальше. Ну, будем готовы, когда мы выйдем. Потихоньку еще. Потихоньку, пожалуйста. Вот мы щелкали, не услышим, а оно все для вас будет неожиданно. Ну, это знаешь, что мы сейчас. Подпрыгнуть. Для начала щелка. Так, нет. Потерпите немного. Вот когда вернется, будете кричать в любом. И будем назад разбивать. Так, все, тихо. О, привет, передаю. Ребята, близко-близко, потерпите, пожалуйста, тише, будьте добры. А то вдруг не услышит. Класс.
Тише, сейчас пойдете. Посидите здесь. Спасибо за бутылочку.